Все говорят, что мечтают выбраться отсюда, посмотреть мир, но как доходит до дела, дальше своего скворечника клюв не высунут. Слушай, я сейчас не могу. Ты же птица. Птицы летают, кричат «кар-кар», путешествуют по миру. Ну ладно, ладно, согласен. Осенью все птицы улетают на юг. Привет, братва! Я тут чуток в пробке подзадержался. Не подскажете, в какую сторону Африка? Но не все из них знают дорогу. Вот это да! Вы это видели? Не все хорошо подготовлены. Это долгое путешествие. В пути будет много опасностей. Обожаю опасности! И не каждый готов стойко переносить все тяготы и лишения большого перелета. Вау, он неплохо держится для своей комплекции. Яйца всмятку. Но если ты смел и отважен и не теряешь присутствие духа, не передумаешь? С чего это вдруг? Я прямо чувствую, впереди нас что-то ждет. Тогда даже маленькой птичке по силам стать вожаком большой стаи. Махни крылом в улетном 3D и 2D. Бон вояж! Помогите, у меня клаустрофобия! Как ты сюда забрался? Смотрите в кинотеатрах с 6 ноября.